Привет, ребята! Спустя некоторое время для вас готов крутой видос. И посмотрев его, конечно, поставьте жирный свой лайкос. Ну а для меня одно лишь важно. Я как-то в одном видео сказал. Это, конечно же, поддержка. Ну и подписка на канал. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. А я начинаю. Ну что ж, привет всем задротам, геймерам и просто волей-неволей попавших на мой канал и смотрящих это видео. Соскучился я по вам, ребята, очень, и это видео будет посвящено игрушке Empire Puzzles. У нас снова Атлантида, и в частности, это видео будет посвящено призыву моего соклановца, моего подписчика. Долго он копил на X10 и еще так поднакопил. И будет сегодня открывать и пробовать выцепить что-то новое, офигенное. К примеру, герой месяца Зока. Да, у нас новый герой месяца, зеленый. Ну и как по старинке, он сначала сольет серые жетоны. У него их накопилось что-то довольно-таки достаточно. 11 штук, вот так вот. Опа, сразу 3 звезды. Но вот видите, не хочет он переходить сразу на призыв Атлантиды. Я так думаю, будет сливать до конца. Я спрашивал, какие ожидания у него от этого призыва, какие у него желания. И одним из героев, которого он хотел бы видеть в своей команде, это, конечно же, Уилбер. Да, помимо Урсена, рекомендуемого героя призыва Атлантиды в этом месяце, он бы хотел видеть Уилбера. Ну, согласитесь, ребята, очень полезный герой. Распределяет урон между своими, плюс защиту ставит, и распределяет весь урон среди противника, но там он стоит минус к защите. Так, на этом у него закончились серые жетоны, оставил он 3 штучки, не знаю, правда, зачем. Ну что ж, поехали. Первый будет за жетон Атлантиды. Килайл, 4 звезды. Хорошее начало, хорошее, можно порадоваться. Сундучок у него созрел, здесь у него, ну, ничего такого. Поэтому будем смотреть дальше. Так, поменял немножко на грозули, попробует. Красный. Уилбер, опа. Ну что же, от души поздравляю. И это тем более на жетончиках. Представляете? На жетончиках. Сразу то, что хотел. Здесь у нас... Ух ты! О май гад! Вау! О май гад! Ну ничего себе, представляете? На двух жетонах, с двух жетонов... Такие бомбовые персы, а? Вот это призыв, вот это финны сегодня его порадовали. Ну, гад, это уже как приятный бонус, можно считать. Ну и X10, ребята. Давайте посмотрим. Зок пока у нас не выпал, но здесь есть большая вероятность, что он выпадет. Первый. Чочин, 3 звезды. Мнезиус, 3 звезды. Намахаги. Маги. Ренфилд. Еще один маги. Еще один Уилбер. Еще на Махаге, Чочин. Я просто похлопаю. Ну это просто обалдеть, ребята, обалдеть. С X13, 2 пятизвездочных, если мне не изменяет память, 3 или 4 четырехзвездочных. Ну и, конечно же, трехзвездочных тьма, но дело не в этом. Дело в том, что Урсена, и Уилбер, тем более 2 штуки. Ну круто, тут бывает, блин... Дрочишь, это рандом финский, и все никак. Ну и последний, наверное, за кристаллы он сольет. 350, и здесь у него Чочин. Ну что ж, от души и от моего канала я поздравляю моего подписчика с этим шикарным призывом. Ну а вас, как всегда, прошу поддержать меня. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте пальцы вверх мне и моему каналу за мои старания. Ну и, как всегда, играйте только в топовые игры.